жареные баклажаны с луком, чесноком и помидорами. Это традиционное блюдо, популярное в различных кухнях мира, особенно в средиземноморской и ближневосточной кухнях. Это блюдо отлично подходит в качестве закуски, гарнира или основного блюда. Оно сочетает в себе насыщенный аромат и вкус баклажанов с сочностью помидоров, сладостью лука и остротой чеснока. Можно добавить немного свежих трав, таких как петрушка или базилик, для придания дополнительного аромата. Приятного просмотра!